мы сегодня идем на концерт в Бачели, и самое лучшее решение было это купить билеты с местами, потому что, видите, позади меня начинается очередь из тех, кто заплатил 90 евро. Сейчас стоит в очереди, чтобы занять хорошее местечко, когда откроют ворота. Ну, а мы с Юлей пока идем ужинать. Иногда и нам везет. Un'etichetta di livello superiore, l'Evidence ha il simbolo della piuma, una piuma di pernice, proprio perché stanno utilizzando nei terreni il biologico e il biodinamico, sono tornate le pernici nelle loro linee, questo è proprio il simbolo della piuma nell'etichetta, questa è proprio garanzia del prodotto. Divento famosissima anche in Russia, allora divento una Lady Gaga. Сейчас вы узнаете всю правду обо мне. Как проводить вечера со мной. Как-то сложно, как-то невозможно. Я как-то понимаю тяжело. Филиппа. Юля понимает Филиппа. Юля думала, что у нее будет сегодня ужин. Она не угадала. Поставь бокал, я еще не сфотографировала. Все. Дальше работаем. Никакого ужина. Не с тем человеком пошла есть. Там люди хотят поесть. Эти блогеры поставили кошмар какой-то. Это очень вкусно. За вас, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и отмечайте колокольчик. Мы вышли после очень вкусного обеда. Идем в арену занимать наши места и надеемся на прекрасный вечер и что Ричард Гир нам помашет рукой. Смотрите, сколько людей на вход. Представьте, когда откроют двери, как они все будут. Так им уже открыли, нет? Нет, когда их сейчас отсюда пускают, когда охрана скажет, заходите, это будет просто мама мия. В общем, вы знаете, кому обращаться, когда вы собираетесь в арену на концерт. Юля знает все. Ну вот, смотрите, что вас ждет, если вы купите билеты без места. Мы чуть-чуть постояли в очереди, но мы зашли. И смотрите, арена перед нами. Смотрите, как здесь красиво. В общем, мы пришли на концерт Андреа Бочелли, который является благотворительным. Деньги, которые будут сегодня собраны от продажи билетов, они пойдут на помощь ассоциации Андреа Бочелли. Если вы не знаете, кто такой Андреа Бочелли, я вам расскажу. Это один из знаменитейших оперных певцов Италии. И его карьера началась с Лучано Паваротти, который его заметил. И у Лучано Паваротти есть еще друг Дзуккеро, который до сих пор гастролирует по всей Италии, по всему миру, и они вместе заметили Андреа Бочелли, и благодаря им он стал знаменитым. Кстати, у Андреа Бочелли есть одна особенность. Он с детства плохо видит. И это на самом деле очень мотивирующий момент о том, что несмотря на то, что у вас есть какие-то ограничения,
вы можете добиться таких высот. И Андреа Бочелли – это яркий пример. И я вам советую прочитать книгу. Это автобиография, она называется «Музыка тишины». Это невероятно мотивирующая книга. Прочитайте ее. Юля, скажи. Юля мечтает о том, чтобы я была спонсором концертов Андреа Бочелли. У нас сын Италия. Спешл по Андреа Бочелли. Да. Все скрестили пальцы. Я вас всех приглашу. Если это случится. Я, как мать годовалого ребенка, хочу спать. Практически час задержки. Кто-то ужинает. Questo posto incredibile. Raccolta per Muccia con la Andrea Bocelli Foundation e con me una grandissima donna, Valeria Gugliani. Incredible group of people. Come ti senti di fronte a questi 14.000? A little intimidated. Avete capito? Lo state intimidendo un po'. Not much. Troppo, ma un pochino sì. Что-то у нас были больше ожиданий от этого концерта, но в итоге как-то так. Очень как-то так. Хочется послушать Бочелли, а не болтовню на полчаса каждую звезду на тему, что он думает о музыке и театре. Шел третий час. Che tremano
концерт закончился, он был прекрасен, немного затянут, плюс параллельно шли съемки для концерта, который покажут завтра по центральному телевидению Италии. Это немного, конечно, затягивает процесс, но ничего. Вот, если вам понравилось это видео, ставьте ваши лайки, комментируйте, подписывайтесь. И до следующих видео. Обнимаю вас. Кстати, я немножко ошиблась, и этот концерт был с целью собрать средства для восстановления школы в городе Муча, которая была разрушена во время землетрясения 2016 года.